Всем здорова, ребят, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии матча полуфинала Кубка Англии. Манчестер Юнайтед встречается с Манчестер Сити. Вы, друзья, пишите в комментариях свои прогнозы, как вы считаете, с каким счетом закончится этот матч. Ну а вечером мы уже узнаем, каким результат будет в жизни. Манчестер Сити захочет поквитаться с МЮ за проигрыш в чемпионате. Составы на этот прогноз, ребята, взяты исключительно из данных в интернете. В жизни они могут отличаться. Ну и давайте, друзья, начинать. МЮ пока что неплохо раскатывает мяч. Перевели его направо. Матич, первая подача и первый угловой. У мяча Джесси Лингард, третья минута. Пошла подача. Ман-Сити отбились, но недалеко. Мяч возвращается в атаку. Лингард, Джеймс. Подача. И на сей раз только аут. Неплохой пас на Рахима Стерлинга. Он пытался сделать подачу. Но вот здесь ошибка Ван Бисаки. Уже могли футболисты Манчестер Сити бить поворотом. Немножко повезло. Штрафной удар. Решфорд у мяча 28 метров до ворот. Подача на дальнюю. И угловой. Пошла подача. До удара дело не доходит, но Фред... Снова с мячом, немножко дриблинга, попытка сделать подачу в штрафную, и Ман-Сити отбились. Кевин Де Брюйне. Пошла подача, удар по воротам, и Рахим Стерлинг забивает первый гол. В нашем прогнозе оставили его совершенно одного на дальней штанге, и Кевин Де Брюйне выполнил идеальную подачу на партнера, а Стерлинг пробил в ближний угол, забивает первый гол. Ну а вот и атака Манчестер Юнайтед. Подача. Все проскочили мимо. Манчестер Сити в очередной атаке. Кун Агуэро. Рахим Стерлинг. На коротке разыгрывают. Силва. Менди. Снова Силва. Попытка сделать подачу. И МЮ отбился. Отбился, но не так далеко, как могло показаться. 2-0. 2-0, ребята. Не было никакого офсайда. И Морес забивает второй мяч. Вот здесь на секунду могло показаться, что было положение вне игры, но арбитр флажок не поднял. И 2-0 на 33-й минуте Манчестер Сити увеличивает свое превосходство. И снова Кевин Де Брюйне, еще один удар. И Ромеро забирает мяч в руки и тут же быстренько вводит его вперед. Кун Агуэро, прострел. Выносят защитники МЮ мяч подальше. А Манчестер Сити раз за разом проводит опасные атаки. Кун Агуэро развернулся. Передача на дальнюю. И еще один опасный момент. Менди, удар по воротам. Под занавес первого тайма Манчестер Сити поддавил соперника. Они выигрывают пока что 0-2. А у Манчестер Юнайтед пока что никаких моментов особо опасных не было. Но вот сейчас подача на дальнюю штангу. И Марсиаль к мячу не успевает. Пошла подача. Будет ли удар? Пошла скидка. Но здесь снова на подборе футболисты Манчестер Сити. Атака МЮ. Марсиаль. Удар по воротам. Гол забит, но забит из положения вне игры. Успел боковой арбитр поднять флажок. В итоге по-прежнему 0-2. Остается, ребята, меньше 10 минут. Пока что счет по-прежнему 0-2, и особо опасных моментов мы с вами больше не видели. Пошла подача. Но снова Манчестер Сити отбивается. 5 минут до конца. 3 минуты добавил арбитр. Манчестер Сити идет в одну из своих последних атак. Удар по воротам. И Ромеро переправляет мяч на угловой. 30 секунд до конца. Подача в штрафную. Выносят защитники МЮ. Мяч возвращается на линию штрафной. Будет ли удар? Будет ли какое-то логическое завершение всей этой атаки? Видимо, уже нет. Звучит финальный свисток, ребята. Наш прогноз завершился с победой Манчестер Сити 0-2. Каким матч будет в жизни, мы узнаем с вами вечером. Пишите свои прогнозы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.